святую свободу, на бой кровавый святой храм. Мы попытались воссоздать такой штаб. Прям реально получилось. Света нету. Да, все. То есть у нас все подпольно. У нас получилось так, что мы здесь собрали реквизированные произведения искусства и сложили в одном месте. Ну, как это и было когда-то в революции. Так, ну, ты можешь там налить чайку людям в стаканчике? Электричества нет. Ничего, теплый. Ничего, пойдет. Значит так, я... Что кушали революционеры? Ну-ка, по кусочку бутерброда справа, давайте. У нас работает девушка, печатает вот такую прокламацию, да. У нас, вот видите, декрет о мире. Первый декрет, который вышел, когда к власти пришли большевики. То есть вот такая вот работа у нас. То есть мы здесь сосредоточили вещи такие уникальные.